В Твери чествовали призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Торжественное мероприятие прошло во Дворце детей и молодежи. В этом году столица Верхневолжья отличилась рекордными 6 победителями и призерами. В каких предметах блеснули ученики, расскажет наш корреспондент. Всероссийская олимпиада школьников объединяет 24 дисциплины и проходит в несколько этапов – муниципальный, региональный и всероссийский. В уходящем учебном году интеллектуальные соревнования стартовали в октябре, а в мае уже чествовали победителей. В Твери отличившихся ребят пришли поздравить представители управления образования и городской администрации. На старте олимпиады мы увидели более 12,5 тысяч участников. В муниципальном этапе мы увидели 1701 участника. И сегодня здесь, в этом зале, те, кто дошел до вершины Олимпа. В этом зале собрался интеллектуальный потенциал нашего города. Кто будет делать новые научные открытия и вести нашу страну в будущее. Поэтому дерзайте. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, и пусть все ваши планы и мечты обязательно реализуются. А до вершины Олимпа, то есть до заключительного этапа, дошел 21 тверской школьник. Из них 6 – призеры и победители. И это своего рода олимпиадный рекорд. В этом списке сразу 3 ученицы школы номер 35 с углубленным изучением немецкого языка. 9-классница Ульяна вернулась из Самары, где проходили соревнования с победой. Едешь на олимпиаду и вот думаешь, ну было бы хорошо, если получил бы призерство. А когда победа, это вообще другое. И это было очень приятно вернуться с таким титулом. Еще 2 11-классницы с 35-й школы стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Участие в ней позволяет получить билет в студенческую жизнь. Призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступать в любой вуз страны без вступительных испытаний. Конечно, это большая поддержка при поступлении. Привилегии действительно в течение 4 лет. Ею воспользуется и призер олимпиады по обществознанию Суворовец Алексей Яценко. Всероссийская олимпиада школьников для меня это прежде всего новые знакомства. На региональном и заключительном этапах я узнал очень много интересных людей. И это прекрасный, на всю жизнь запомнившийся опыт. Статус призера признается Суворовец, совместный труд ученика и учителя. Педагог помогала, но оценивала строго. Усилия не прошли даром. Счастлива, что у меня такой ученик. Ученики должны превзойти своих учителей. Мы как наставники, как модераторы, а ученик должен достигнуть своих результатов, высоких на благо нашей страны. Ведущую роль педагогов в успехах тверской молодежи отметил и гость мероприятия, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Ребята, которые уже знают, чего хотят добиться в этой жизни, это ребята, которые целенаправленно и очень много работали. И, конечно, под руководством мудрых наставников им удалось показать блестящие результаты. Здесь собрались лучшие из лучших, те, кто вот дальше будет двигать нашу науку. Отличившиеся участники олимпиады были награждены дипломами и памятными подарками. Надо отметить, что общее число участников Всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году порядка 7 миллионов человек. Финалистами олимпиады стали чуть больше 6,5 тысяч старшеклассников.